8582, запишите погоду за 2:00 124. Ветер 30 градусов 5 метров в секунду, видимость более 10. QI 7-6-2-10-16, сцепление 0-7. Это что условие? 7-2-7-6-2-10-16. 7-2, запишите условия выхода. 8-5-7-2, ручного плана полета по схеме Бинол-2-Альфа, эшелон 100. 300 метров работать, Сочи подход 135,8, сквок 24,44. Время выхода 1-0-2, альфа, эшелон 100 на 300 метров, подход 125,8, сквок 24,44, записал, кстати, да. 5-7-2, Сочи подход 135,8. 2, подскажите, откуда рассчитали взлет? 2, от начала положения тяжелый. 2, от начала принято. 2, знаешь, как вера? 7-2, потом начала машинное сопровождение по полосе 0-6 до перекрестия, далее полоса 0-2. Два на повышенную связь заходит в борт. По возможности для отрывала увеличить скорость время. Два за машину сопровождения вправо РДПП исполнительно решаю полоса 24. Сопровождение вправо РДПП исполнительно полоса 24. Разница или 5-2. 8-5-5-2, готовность будет доложить. 5-5-2, полоса 24, видит 20 градусов 5 метров в секунду, взлет разрешаю. Хорошо. 8-5-2, подходим в предстоит Т-8. Минутку. Молча, Ростовер, 791, Сочи, подход. Сочи, вышло. Если попробуйте позвать 85572 на встречу. А ты что? 85572 Сочи подход. 85572 Сочи старт. 85572 Сочи круг. 85572 Сочи старт. 8-5-5-2, Сочи, вышка. 8-5-5-7-2, Сочи, подход. 8-5-5-2, Сочи, вышка. 8-5-5-7-2, Сочи, старт.